И всем привет, друзья! С вами Никита Куликов и... И Влад! Вот. Я вообще совсем сошел с ума, у меня тут скелеты ниоткуда появляются, все очень плохо. У меня пока еще не настолько я сошел с ума. Вот. И это у нас третья серия. Третья же, да? Да, ну, вот. Да, третья. И на самом деле между вот первой и второй... Короче, между второй и третьей серией прошло время гораздо больше, чем между первой и второй. Ибо надо было немного отдохнуть. Да. Ради приличия. О, Саша! Ты прикинь, вот люди там увидят серию в понедельник, там, допустим. Да, мы это серию в воскресенье. Да, да. Счастье-то какое. Так. Ай, мамочки. Эндермен, Эндермен, Эндермен! Эндермен, я смотрю тебе в глаза. Сволочь ты такая я. Дерево не переводи. Дерево не переводи. Понял. Блин, мне совсем все очень плохо. Меня вот эта власть убавляет, что не делать. А кто шипит? Поспи, сон помогает. А я не могу сейчас поспать. Ребят, я хожу с ума. Ну, слабо. А, ты ж... Читер. Я не читер, я не перелезал. Ну-ка залезь туда. Майор, залезь. А! Где, где, где А? Где А? Тошнота. Блин! Ко мне Эндермен не телепортируется. Эндермен, давай! Давай. Я точно на самом деле такой сейчас сижу и лопаю вареники. Чего ты сейчас? Ем вареники. Одновременно. И записываешь? Да. Понимаешь, что это неуважение к подписчикам? Наверное. Приятного аппетита всем, кто кушает. Ладно, окей. Все, да, правда? Так. Фух. Нам нужна одна андерперлина. А что ж за? Что случилось? Что случилось? Происходит. Мне нужна ночь срочно. Зачем? Я хочу спать. Зачем? А, ты нет, типа. Ясно все с тобой. Так, а я бы не отказался от угля. Пережарь печку. А, все, вспомнил, где уголь. Что в сундуке было? В каком? Вот это, где печка. Где? Далеко на где печка, напротив. А, там ничего не было, там оно нам потом понадобится. Что там, к воде? А, что, так кто телепортируется? Что же это делает со мной? Не так в психушке, да еще и совсем все весело. Топориком не можешь нарадоваться. Ну нет, он классный. Ну, я и говорю классно. Так. Так, надо еще, наверное, сейчас делать бочек. И землю, да, в них? Вот а я говорю же... Да, наверное, нет. Хотя, давай. Все равно нам земля больше нигде не понадобится. А тебе есть дерево? А, дерево у меня есть, но я его не дам, так как оно скоро нам понадобится. Причина. А, дерево в железо, в алмаз переводить. Дерево? А, я понял. Лаги. Да уж, у меня тоже. Откуда? Так, что-то меня прям просило. Что такое тромбейский сразу? Я не знаю. Может, он Вера Майн шарит? Он может. Вот это вот штука, которая мне наркомания немного была. Не знаю. Но у меня тоже просело. Все плохо, тяжко. Сейчас немного закину еще земельки русской, травушки-муравушки. Нам земли не надо столько много? Ну, наверное, не надо. У нас есть бесконечные источники вообще воды?
А у нас есть вода просто. Мы ее из пузырьков можем как-нибудь в... Вот у нас пузырьков. Есть вода. А, ты имеешь в виду, хотел ферму сделать? Угу. Да, сделай пока зачаток фермы. Нам нужен один эндерпёрл. Вот. Нам нужен один эндерпёрл, чтобы сдать квест и получить как бы ведро. Ведро. Да. Вот тут вот, наверное, с другой, да, стороны пускай будет, да, ферма? Да, да. Так. Я думаю, пока вот такого начала хватит. Как раз будет там бесконечный источник внутри. Сейчас я, походу, сдам квест на немножко ЕЕ. Ну-ка. Сдал. Бери ревард бэк. Угу. Я... Да. Ты... Да. А красный порошок. 32 дуба. Зеленый порошок. Зеленый порошок. Give me please. Все. Кроме дуба. Да. Дуб тоже тоже надо. Ну, дай, дай себе тогда, знаешь, что оставлю. Красный порошок давай. Красный порошок. А, да, красный. Зеленый порошок не круто, красный порошок. Так, сейчас квестов понаоткрывалось. А? Опять лаги. Фраз, фриз. Непонятно, что такое происходит. Да, так. А, надо... Нет, это Environment. Я потом повожу с ним, откачу на старую версию. Старая версия так не лагала. Скорее всего, что-то с физикой связано. Я, наверное, сейчас еще наполню немного бочек этими листьями. Да и где эти бутылки? Не знаю. Серьезно? Угу. Нет, нет. Так, аккуратнее. Что случилось? Микрофон. Ты сейчас что-то начал это, шуршать. Не знаю, надо будет это с записи вырезать. Так, Iron... А, нет, это потом. Так, равноценный обмен уровень 1. Куда ты? Вроде паучий глаз, или ты что, паучий глаз, легкая закуска. А ты что, паучий глаз испорченный? Испорченный 8. Ну может еще и портится? Да. Это вкусно. Так, у меня есть алхимическая сумочка. Никто не тебе даст? Надо? Опять, смотри. Это жесть какой-то. Я не знаю, в чем может быть проблема. Где наши пузыри? Будет с описом побегать. Бутылки где? Бутылки, 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 непонятно где. А, слушай, я тут эту штуку сейчас наполню. Бурдюк. Это наполняем, не? Не знаю, нет, вроде как. Ну, короче, делай, что хочешь. Водяной из 10 каким образом? Нет, не то. Может быть, надо бросить воду? Нет, или из 10. Как бурдюк воду набирать? В крафтом столе. Еще лучше. Ты там чем сейчас занят? Уголь крафчу. На себе. Да что ж происходит-то? У тебя тоже фри? Угу. Адовый вообще. Сейчас еще, если еще один раз так будет, останавливаем запись и ищем, в чем проблема. Да-да-да, либо перезапускаем. Хотя если пока ответ, это... На карте что-то такое, да? Может, сервак. Может, скорее всего, EnviroMine, потому что EnviroMine есть такая штука, типа, опадает блоки. Типа, знаешь, как в Terraform Craft? Ну да, 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 понял. Вот, скорее всего, это может быть EnviroMine вот так вот делает. Зачем ты это сделал? Чего? А, чтобы больше лампы, это, чтобы, может, мы книжки не брали? Нет. Это я сделал... Я просто не знаю, как это отключить.
Нет, имею в виду, там этот лампа стояла прямо перед входом. Правильно? А, там нет, я там сжег все. Случайно. Так. А, о, зеленый порошок. Порошок, это хорошо. Да. Так, дерево выросло, ты его срубать будешь? А, да-да-да-да-да. Как сказать, сынок? Кто-то там говорил, затрахан. Да ну, у нас только дерево. У нас мало дерева, сам говорил, наверное, будет понадобиться. А, нам именно дерево нужно, доски, а не... Ну? А не саженцы. А. Давай, так, своим супер-топором. Давай, юзай свой супер-топор. Дай мне свой супер-топор. Нет. А тот он и мой супер-топор, а не твой. Ты его отказался тогда брать. Алхимикал чест. Так, всё. Сейчас будет ночь. Сейчас не... А, нет, у меня уже начало пропадать. Да, да, все эффекты пропал почти. Mm-hmm. 31 саженец. Поднялись. Чего 31? Все 31? Саженец. Ты это, посадил обратно саженец? А. Нет, еще сейчас. Прикольно. А, нет, не прикольно, нифига! У тебя кирки нету? Беда, надо кирку сделать. Я сейчас сделаю кирку. С кинкером? Да. Что за зеленый сундук, алхимик чест? Что он делает? Что там шерсть? Потому что... Что там делаешь, шерсть? Тебе кровать не нужна? Нет. Серьезно? Это просто сундук. Большой. А. Типа как большой, но небольшой. А. Во! Ой-ой-ой. Останавливаем запись? Ну, в общем... И всем привет, в общем, мы немножко разобрались. С этим, с лагами. Должно быть все нормально. Хотя... Что-то я не верю. Ладно. Что у тебя есть поесть? У меня есть молоко, будьте. Фи, мы такое не едим. А я не тоже. Дай мне свой супер топор. Нет, это тот он и мой супер топор. Зачем тебе нужен? Я хочу порубить деревья. Они еще не выросли. Отвернись. Отвернись. Зачем ты костную пыль тратишь, негодяй? Чтобы было. Хотя нам потом костная пыль понадобится, но... Я сволочь. Нам нужен эндермен. Надо его прикончить. Было это так просто. Так. Так, я почти срубил. Ура! У меня есть кирка. А чем можешь похвастаться ты за всю свою жизнь? А, ну я могу похвастаться, я тут такой, короче, у меня есть топор. Вот, не качается. Вот, да. А у тебя есть лыжки? Блин, черт, как так? Есть... А, во, всё, нам. Почему у меня этот глазик уменьшает, то увеличится, то уменьшается, то увеличится, то уменьшается? Так... Где пойло? Мне надо пойло. Пойло. Я хочу в новый этот пойти уже. Куда? Вообще, что мы выполняем сейчас? Мы сейчас... Нам сейчас нужно большое количество дерева. Для мода.
Для Equivalent Exchange 3, 3-го. Короче... А, сундук 70-67... Надо 70, сундуков наделать. Сундук 76-70-71, ты знаешь, странный сундук. Где? А называется «Путь к администрации». Короче, это потом. Надо этот шарик сделать. А химический уголь еще нужен нам. Химический уголь. Да, я им сейчас и занимаюсь. Нам нужно много-много дерева. А еще нам надо железка и золото. Ну, нам нужно... А я знаю, что деревом мы железо получаем через дерево. Да, поэтому нам нужно много-много дерева. Нам нужно много-много дерева. Ну, хватит. Там, получается, надо 4 на 1. Или 5 на 1. Угу. Откуда ты уже успел Forestry выполнить? Какой Forestry? Forestry for Minecraft, тропические, лесной, эти все. Ульи. Смотри, ульи столько. А, ну, выпало из ревардбэга. Пойдем пока поставим их. А, да, некуда их еще. Так, можем пока фертилайзер сделать. Фертилайзер. Вот. Фертилайзер. Чего? Чего? Ты умник, вот тут должен быть этот бесконечный источник воды. Вот тут должен был быть три блока. Ладно, вот здесь перекинется, и я потом уберу этот блок земли. Ладно. Вот. Ау! Засосало. Руби деревья. Вот этим позанимайтесь, как его. Выращивание позанимаюсь. Угу. Этим и надо. Тем более у тебя есть супер топор. А тот, у кого супер топор, тот занимается выращиванием деревьев. Это что-то взорвалось. Это норма. Это или это я один слышал. Это норма. Это снова что-то взорвалось. Мы играем в психушку, это не норма. Так. Проблема. Я вас слушаю. Проблема. Я внимательно слушаю. Мне нужно очень много деревьев. А где у нас же было очень много раньше? Когда? Все. А мне нужно больше. А куда у тебя все это? Мне нужно минимум даст сделать. Посмотри, как делается минимум даст. Сундуков. А зачем тебе столько? Сундуков? Ну, много МС. Мне нужно много МС. Нет, он же делает только зеленый, вердан. Ну, вердан даст, а из вердан даст я делаю азур даст? Или какой там? Да, азур даст. А из азур даст я делаю минимум даст. Как все? Просто. Наверное. На самом деле, на святые листы все меньше и меньше. Мне нужен один минимум даст. Я хочу, чтобы мы уже выполнили квест, допустим, тоже железо, а ведьма, что вы делаете? Кстати... Надо действительно поставить Fast Leaf Decay. Ты это, срубил бы? Сейчас, погоди. Серп и молот. Нет, только серп. Так, что тут? Летают всякое. Всякое. Деревья на базу. Сундуку. Не трогай их пока что, пускай как Не. Их еще переплавлять надо будет. Чего тебе вот так много? Говорю же, Verdant Dust нужен. А из Verdant Dust мы сделаем минимум даст, в конце концов. Мне нужно два стага Verdant Dust. Это два стага сундуков. Сократный.
Мне нужно 2 стага сундуков, брат. Ты это очень тратный. Это 4 стага дерева. Предлагаю там уйти за кадр. Это психушка. Тиф. Ага, за кадр. За кадр. Что за кадр? Чего? Что ты говоришь за кадр? Что за кадр? Креатив. Конечно. Ну как ты это обычно делаешь? Я просто ухожу за кадр. Да, да, да. 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 Конечно. Да. Да, правда? Да. Дерево. Мне нужно дерево. Где моя прелесть? Дай мне мое дерево. Дай мне мое дерево. Я начал выкладывать сундук. Хорошо. А что, у нас больше дерева нет? Нет. Беда. Жесть, как они медленно все растут, а? Чё ты говоришь? Медленно все растет. Там, да, я вижу дерево. Да, проход закрыть. Мы его можем открыть, но там понадобится... 3 ключа, железо и да, 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 да. И сейчас надо копить бунмил. Кстати. Сейчас ночь. Золото. Нет. Как оно там называется-то? Сейчас будет ночь, пошли всех бить. А, погоди, как это мод Текс Нехил, как он пишется? Нет, так нельзя. Понял, да, про что я? Да, Россию, я понял. Так, это у нас называется дубовые ситы. А, крафты открыты. Охо-хо-хо-хо. Блин, засранец. Так, сейчас я сделаю... Сейчас я сделаю... Мне надо умереть. Помоги мне в этом. Пожалуйста. Храни меня. Это мы можем. Яблоки теперь в чистом виде не ешь. А что ты из них? Сок делаю. Похорони меня, говорю. Спасибо большое. Вещи, халявные вещи. Я тебе халявные вещи. Пошли всех бить. Кто? Первым делом тебя, да? Нет, первым делом мобов. Первым делом, мы бьем мобов. А друг друга мы как-нибудь потом. Хоп, промахнулся. Да блин, я не целился. А зачем потом? Можно сейчас. Чего? Да, говорю, зачем потом друг друга бить? Можно сейчас. Ура! Смотри. Дружбанов ждет тебя. Братишки, зачем нам криперы? Опа, это тебе. А я, кстати, знаю, зачем нам криперы. Ты знаешь, зачем нам криперы? Опа! У тебя сколько порох? Сколько пороха? 4. Дай мне. На. Я его как... засранить. Ну, дай тебе дам порохом. Во, сейчас порох топить будет. Будем. А у меня опять все добавляется. Мне надо поспать. Пожалуйста, сделай себе кроватку. Я-то могу. Пожалуйста, сделай себе кроватку, чтобы поспать. Неплохо. Сейчас, подожди. Понимаешь? Тебе плохо, да? А мне нужно неплохо. вырастить дерево. Давай расти дерево, я не могу кроватку сделать. А-а-а. Давай кроватку делать. Интерман. А, это реально интерман. Тут, я думаю, это... И чё? Это реально интерман был? не то чтобы совсем не интерман. Погоди, в смысле, если я тебя бил? Да. Это всерьез? Да.
Ты потом посмотришь на запись, я бил эндермана. Ну да, ну да, ну да. Вот он еще один эндерман. Я тебе дам, это я. Это я. Вот он. Это я, иди в задницу. Да? Стой, успокойся. Эндерманы летают. Почему эндерман бьет скрипера? Такого не должно быть. Иди в задницу. Это эндерман. Сволочь. Да ты заколебал. Вот понял, я им паука там съел. Мы с ним дружбаны, я же эндерман. Вот, нормальный. Вот ты ведь. Опять эндерман? Ты ведьма. Ведьма. Сам ты ведьма. Я, конечно, понимаю, что некрасивый там, нет. Но ведьма. А я слизень. Слушай, а ты у меня нормальный. Я слизень. Ну да. Да? Правда? А я бабочка. Нет, я слизень. Нет. Как нет, тогда да. Вот это реальный эндерман. Вон он, погоди, вот это вот. Это кто? Сволочь. Это я! Сзади! Это эндерман! Это реально эндерман! Я уже не верю! Это эндерман! Там рыстой! Ау! Ну-ка иди сюда! Эндерман! Эндерман! Ай! Да не эндерман! Ааа! Где эндерман? Вот это эндерман! Ааа! Вот это эндерман! Да! Да ведь? Нет! Да! Да! Эндерман! Бей эндермана! Бей эндермана! Бей! Где его? Где его? А! Мой лонгсворд! Ау-а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 у
Слушай, хорош фигней страдать. Да блин, хорош фигней страдать, давай эндермана бить. Я не знаю. Тут единственный эндерман. Тут, кстати, за 100 смертей дают манилиновый меч. Нет, я шучу. Наверное. Еще в теории так и должно? Эндерман. А вот это эндерман. Во-во-во! Во! Он там! Эндерман! 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 Да! Я убил эндермана, и из него не выпало ничего. Голова странника Края. Голова странника Края? Серьезно? Да. А эндерперлина? Я зомби! Голова эндермана? Нет, я просто зомби. Тебя нет. Безумие. Нет, не смей, не смей. Безумие. Вот что там два эндермана. Ой, действительно. Ай-яй-яй. Как они культурно со стороны Питера. Да, я с тобой согласен. Ай, мамочки! Ого! Это ты? Ты гигантский слизень! Ты у меня как гигантский слизень такой. Гигант. Ты понял, о чём я? Да. Мне так захотелось тебя ударить. О, эндерперл. Так, это кто? Это ты или слизень? Фух, ты. О, безумие. О. Ведьма. Так, ты видишь эндерманов? Я вижу тебя. Да. Это ты? Да, это, да, это я. Ага, кто-нибудь. Ааа, ведьма. У меня есть одна интерперла. Эмс. Так. Это ты, прости, пожалуйста. Я проверил. Мне надо еще костей. Знаешь сколько? Еще 4 кости и еще одну гнилую плоть. Окей. А ты эндерперла разве есть? Да. Забрали, не забирают. Так, нам нужна одна гнилая плоть. Скорее всего, она есть где-то в сундуках. Так, вот это кто? Фух, фух. Это ты? Да, это ты. Я бы, конечно, ура! Есть? Тун-т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 ун. Да, ты бери другое. Да. Ура! Колышек! Что делаешь уже на слизь? Блин. Давай я поставлю вот
куда-нибудь. Я тебя пугаюсь. Пугаюсь я тебя. Чего делает? Жидкая слизь, она, во-первых, избавляет слизней. Это во-первых. А во-вторых, из нее можно брать бутылочку. Да, убери ведро. А, вот. Так, это был. Бери, пожалуйста, слизь. М? Бери слизь, пожалуйста. Что-то у меня вообще фигово все. Давай, давай поспим по очереди. Чур я первый. Погоди. Вот это явно эндерман. Это точно. Точно? Еще одна отоперла? Да. Круто. Я тебе говорил, сделай кровать. У меня есть 4 шерсти. 4. Так давай, давай. Еще одна шерсть. Выкладывай. 2, серьезно? Да. У тебя тоже на фоне там кто-то рычит? Это я. Сиди, поспать не получится. Хотя, день уже. Я вообще по нулям нет, не лежу. Не, а так мне это, а мне кровать. Она не прибавляется, то есть надо именно поспать полностью. Да я понял. Мне типа нужна уже бутылочка, адекватно. Мне нужна бутылочка. Я хочу пить, я умираю с жажды. У меня такая картина. Слизень рубит дерево. Да, вот это эндерман. Эндерман, эндерман. Иди сюда. Если глюки вдвоем, значит это неспроста. Значит это психушка. Да. Чек, там действительно сейчас... Ааа, я думал, сейчас что-то взорвётся, реально. Это вот... это кто? Это глюки, 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 глюки. А, это глюки, да? А вот это... Ааа! Извини. Сволочь. У меня просто зашипело. Я такой отпрыгнул. Это Роман стоит, такой рует дерево. Я тебе говорю, то же самое со слизнем было. Жалко вообще. Деревом плюх, поруби. Плюх. Поруби дерево. И сложи в сундук. Я тебе это потом на записи посмотрю. А нет, а я у тебя эндерман. Я тебя заскринил. Хорошо. Будешь показывать внукам. Да. А ваш папа, ваш дед был эндерманом. Дед? Дед, серьезно? Внукам. Окей. Скинь. Кого? Дерево. Скинул сундук. О, ты нормальный. Что делает колос? Какой колос? На него встань, попробуй. И поприседай. Знаешь, кто ты? После этого. Ну и кто? Как я понял, ты не шибко хочешь говорить, кто я? Ну, ты нехороший человек, короче говоря. Понятненько. Ну ты посмотри, что будет. Угу, посмотреть, что будет. Да. А так бы ты не догадался. Чё, я сам что-то дурак? На себе проверять? Понятненько все. Так, давай жечь всякую фигню. Кстати, я хочу сейчас сделать 2 песочка. Это не это... Кто рычит? Не знаю. Это псих. Есть идеи, что можно пожечь? Такого, чтобы жглось. Кстати, хорошо. Разве когда в воде стоишь, не прибавляется этот... Опа, сейчас будет очень бубо.
От чего? Гениально, я умер от жажды, и жажды меня сейчас опять убьет от жажды. Норм. Пожалуйста, ты можешь сделать что-нибудь, что, из чего можно пить? Или как ты можешь что-нибудь попить? Лови. Давай, я у кровати, я не добегу. Слизни. Слизни пить? Зачем слизни пить? Где ты? О. Фу, все. Здесь. Так, у меня почему-то еще один кэтбук. Не знаю. Нужно поделиться который раз? А это мой же, на удивление. Лол? Я поставил эндерголову на сундук, и вместо сундука мне выпал эндерперл. Серьезно? Не знаю. Мне кажется, наш видит с тобой дюб эндерперл. Слизень. Плюх-плюх. Это ведьма. Дорогой друг, а мы да. Не завлеклись ли? 24 минуты. Блин. А так надеялся, да? Да, я что-то уже устал. Такая ерунда. Так, надо все же по 2 серии будет записывать. Как-то уже столько серий подряд я ни разу не записывал. Надо уже делать ферму. То есть тот, где у нас трава, я ее не буду трогать все же. Почему? Ну, я даже не знаю. Я бы, конечно, мог ее всю спахать там, где это не ферма, но зачем? А да, кстати, да, чё мы паримся? Мы же можем сейчас сделать ферму. Я не знаю, что ты паришься. Давно бы взял бы и сделал. Сейчас сделаю. Да и я сам могу. Нет. Эй, тут моты бы нельзя делать? Можно. Но нет. Из тинкера. Ты думал, в сказку попал? Ну да. Блин, надо поспать срочно. Спи. Вперед. Так. Где там? О, где там тут шарики крутится, делают. Синяя какая-то штука. Азур. Да, есть такое, оставь. Нам нужно 4 таких порошка. Так ничего, может давай на 25 минутах закончим? Давай уже доснимаем, а? Ну давай. Вы сейчас пришли, боюсь, люлей сюда тут за то, что. Так, мотыгу я сделал. О, меня колбасит. Плюх-плюх, мы тут вокруг бесконечности. Плюх-плюх. Ты что сделал? Упс. Я только сейчас понял, что я сделал. Надо было с середины забирать. Где теперь одно ведро? Не, мне именно нужно, чтобы трава была. Чтоб вот так сделать. Тебе одно ведро теперь? Да. Ты знаешь, что у нас теперь не будет бесконечных источников? Ай, пофигу, будет. Ну потом, не сейчас. Сейчас. Из чего же ты добудешь? Ох, из бочек, из дождя. А, блин, точнее. Так, давай сажать. Сожрать. Сажать. Я сейчас готов все сожрать. Мужик, сруби дерево. Я пока огород сделаю. О, хоть бы сейчас ко мне в комнату никто не зашел. Чего? Я говорю, хоть бы сейчас ко мне в комнату никто не зашел. А что случилось? Ты там голый? Пришли ко мне. Ого. Ладно. Так. Вот у нас пока растет. Пусть растет. Сенша. Где Сенша, она нафиг нужна? Нам нужна. Там что, давай 27 минут, и хорош. Ладно, и ребят, короче, всем пока. Ну, наверное, с тобой завтра соберемся, да? Посмотрим.
Всем пока. И удачи. И всем пока. Да, и всем пока. Канал. Да, подписывайся на канал. Мы же разместим ссылки в описании, да? Да. Все. Ладно, пока. Пока-пока.